Привет! Этот выпуск будет посвящен сывороткам-бустерам от бренда 4th Ray Beauty. Это сестринский бренд ColourPop, не тестирующий косметику на животных и выпускающий веганскую уходовую косметику. Я покупала средства в наборе. На момент создания ролика часть продуктов продается по отдельности. Сыворотки на водной основе и насыщены питательными веществами. На втором месте в списке компонентов у всех заявлен глицерин, затем идут различные растительные экстракты и другие ингредиенты. Средство с экстрактом каму-каму, богатого витамином С, должно придавать лицу сияющий здоровый цвет. Имеет почти неуловимый, скорее фруктовый аромат. В него добавлены, к примеру, экстракты апельсина, тангерина, сок листьев алоэ вера. Продукт с экстрактом куркумы содержит фитонутриенты, направленные на осветление и сияние кожи. Среди компонентов экстракты имбиря, дыни, лаванды, сок листьев алоэ вера. Его аромат слегка слышимый, сладковатый и непряный. В сыворотке с экстрактом ананаса присутствуют экстракты апельсина, мандарина. Она имеет сравнительно сильный аромат, насыщена антиоксидантным витамином С и биофлавоноидами, предназначена для обновления кожи и придания лицу ровного здорового цвета. Продукт с экстрактом кактуса должен освежать и омолаживать сухую кожу, направлен на увлажнение, смягчение и питание. Его аромат не сильный и скорее травяной. В начале списка компонентов экстракты жасмина, камелии, яблока, дыни и малины. Ароматы ненавязчивые и нестойкие. Немного специфичные и непривычные, но по мне так приятные. Все четыре сыворотки полупрозрачные, нежных оттенков. Во флаконах из плотного пластика объемом чуть меньше 15 мл и качественными дозаторами по типу пипетки. Сыворотки легко распределялись и впитывались довольно быстро. Я чередовала их нанесение, и под конец использования текстуры продуктов загустели, стали вязкими. Они начали оставлять немного липкости и даже слегка стягивать кожу. Особенно если наносить больше средства, чем рекомендованные 2-3 капли. Для лучшего распределения я набирала 3-4 капли или примерно половину объема дозатора. Не могу выделить какой-то один продукт, но в целом сыворотки давали эффект праймера, чуть разглаживая кожу и слегка выравнивая ее тон. Я обычно применяла сыворотки под крем, они способствовали лучшему и длительному смягчению и увлажнению кожи. Одного флакона мне хватало на 20-30 применений. Средства оказались довольно хороши в качестве дополнительного ухода, но их не назвать бюджетными. Спасибо за внимание и пока-пока!